Собственно говоря, я долбоёб, это стоит признать. Это как факт, возьмите как данное и даже, сука, не смейте это нахуй, пизду. Я забыл поздороваться сегодня, друзья, со всеми. То есть я начал ролик, но в итоге микрофон у меня был выключенный. Я такой включаю, а уже пол ролика прошло, я такой, бля. Ну, конечно, не пол ролика, прошло 10% от всего ролика. Так что, ребята, влепите лайк, подпишитесь на канал, пожалуйста, смотрим. Охрененный проект. Last Roleplay, залетаем, играем и смотрим видосик. Так, друзья, ну что, смотрите, я себе выдал денег. То есть, я себе выдал денег, начальный бонус 500 000, друзья, 555 тысяч. И я еще что хотел вам, друзья, сказать. Все дома свободные. Посмотрите, друзья, очень много домов свободных. Я первый игрок на этом сервере. Для меня этот сервер открыли, чтобы я снял о нем обзор. Все ссылочки, друзья, на скачивание находятся внизу. Еще раз объясняю, как все это дело скачать, друзья. Заходите в папку Радмир Лаунчер, в свою папку, где находится сам Радмир, друзья, да? Переходите в папку Projects, потом КРМП, и потом, друзья, в эту папку закидывайте 4 файла из архива, на которые ссылочку я оставлю в описании, друзья. Скачивайте архив, 4 файла переносите в папку КРМП, заходите на любой сервер и, пожалуйста, друзья, вы попадаете на данный проект. Все дома свободны, друзья, все свободно, все замечательно, все прекрасно, прям реально, прям капец-капец, как сильно. Поэтому, друзья, я очень надеюсь, что вы поможете пацану. Пацан-разработчик мне написал, друзья, заказал у меня обзор, заказал видосики, друзья. Поэтому будем также стримить. То есть, смотрите, вы заходите на этот проект, также начинаете все играть. То есть, вам дается полмиллиона, также даются водительские права, сразу владение оружием, друзья, дается. И, в принципе, как-то все, друзья. То есть, ты начинаешь также работать, зарабатывать, друзья, и я буду на стримах проводить розыгрыши машин и домов, друзья. Это будет очень здорово, если вы поможете парнишке, друзья. Я буду на этом проекте играть тоже, постоянно. Тот проект, который был до этого, ребят, можете его, в принципе, смело удалять, потому что этот проект у нас очень большой бонус, там делать нечего, а здесь бонус всего лишь 555 тысяч. Это очень реально здорово. Поэтому, ребята, поставьте лайк, подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Сейчас зайду, наверное, куплю себе. Посмотрите, все дома на карту, гляньте, друзья, все дома свободные. Это реально очень здорово. Куплю сейчас себе, наверное, тачечку, покатаемся, посмотрим, в принципе, что бы нет. Так, это у нас автосалон, по-моему, премиум класса, да, покупка транспорта, далее. Так, давайте посмотрим, друзья, здесь все машины. А, нет, это у нас, это оказывается наоборот, друзья, это у нас низкого класса машины. BMW X5, Mazda RX-7, Renault Logan, Honda Civic. Возьму какую-нибудь такую, например. Вот, давайте бэшечку возьмем, друзья. Давайте, не знаю, там, в красном цвете. Так, купить. Купить, отлично, друзья. Так, слэш кар. BMW E34. И загрузить. Вы слишком далеко от транспорта. Ну, она должна быть, по идее, сейчас на улице. Я так думаю, она должна быть на улице, скорее всего, потому что, ну, после покупки машины выгоняет из автосалона. Проверяем, собственно, аппарат. Все, друзья, поехали. Все работает. Посмотрите, реально, все отлично. Сервер, друзья, работает. И это очень здорово. Ой-ой-ой, ешка, друзья, ешка, пельмешка, блин. Боком валит ток. Ой-ой-ой. Оу, щит, мотафака. Оу-оу-оу, друзья, ну от такого-то лица пидорить только в путь, на самом деле. В общем, ребят, рассказываю по поводу обновления. Какое обновление выходит на Радмире, такое обновление, друзья, выходит и на этом проекте. Не переживайте, все обновления, друзья, строго сходятся с данным проектом, друзья. Можете даже не переживать, все будет реально замечательно, если вы реально скачаете и установите. Так, сейчас аккуратно проехать. Лежачий! Да, друзья, ну на Ешке, посмотрите, вот единственное, что мне вот реально нравится Радмир, тем, чем он мне запомнился, правда. Это, друзья, бит от первого лица, правда. Это очень здорово, мне это очень нравится. Также, друзья, что еще хотел сказать. Вот этот промокод вы сейчас видите, его, друзья, у нас с вами сделают. Кстати, тут с паузы нельзя тормозить, это очень обидно. Этот, друзья, промокод, который сейчас вы видите на экране, его парнишка сделает, вы будете получить по нему тоже хорошую денежку, друзья, например, на 5-м уровне, да? Поэтому, реально, лайк, подписочка, я жду от вас реально прям позитивных эмоций, друзья. И сейчас отправимся с вами на контейнер, посмотрим, тут ли есть контейнер или нет. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, хорошо, друзья. Так, давайте посмотрим, слэш GPS. Ага, отлично. Так, посмотрим, транспортные узлы, общественные места, то есть, посмотрите, все здесь отмечается, друзья. Транспортные узлы, порт Южного, посмотрите, то есть все реально, государственная организация, допустим, постовая служба, военная часть, ТРК. Правительство, МЧС, тюрьма, то есть все реально очень здорово. Банки, развлечения, так. Давайте посмотрим интересные места. Кремль. Густой лес. Охотничий лес.
заброшенный храм, маяк на берегу, охотничий лес. Давайте, наверное, мы туда сами и, друзья, отправимся так телепортироваться. Так, ну в густом лесу это охотничий лес, друзья. Я так понимаю, на охоту здесь можно тоже выходить. Здесь где-то должны быть животные, ребята. Я их пока, правда, не вижу, но где-то здесь должны быть животные. Их тут почему-то нету. Так. Нет, я по крайней мере, никого не вижу. Это, конечно, очень обидно. Так, ребят, короче, выбежала из этого густого леса. Так, ни одного животного я его, в принципе, не нашел. Может быть, по каким-то определенным сезонам. Здесь животные, вся эта тема происходит. Так, прибежал куда-то сейчас по казино Бендер. Прибежал в казино Бендер. Давайте глянем. Починил транспорт. Так, Хасбик зашел. Хасбик Костелло зашел. Это очень замечательно. Так, привет. Я ютубер. Давайте так вот мы писанем. Так, отлично. Ну, в принципе, друзья, смотрите, по поводу вот казино ничего абсолютно не изменилось. То есть все обновления, которые происходят, все здесь, друзья, у нас с вами есть. Это очень замечательно. Смотрите, еще, кстати, по поводу денег. Я могу выдать себе любую сумму. Давайте, допустим, посмотрим. Гивимоны. А, вех, точно. Гивимоны 0. Например, 50 рублей. Могу выдать себе, пожалуйста, друзья, 50 рублей. Так. Хорошо, выдал деньги, некий трэш, количество рублей, так, 50 рублей. Отлично, так, вех, слэш, вех, 1.15, 1.5. Вертолетик. Вот это ватафака, блядь. То есть, видите, друзья, смотрите, я могу сделать любую тачку. Это очень удобно, на самом деле. Это реально очень, друзья, удобно. Абсолютно любую машину можно заспавнить себе. Я, конечно, все понимаю, но, блядь, я еду без водителя, просто катаюсь без водителя. Посмотрите, машины просто, друзья. Ой, я понимаю. Давайте так, 700 сделаем, 701.1. А, у нас такого нету, да? Так, 222. А, 400 начинается, 401.1. О, паршетский, это хорошо. Ребят, мне чисто сейчас интересно, сейчас если я вернусь за машины, ой, за своим человечком, да я там и так и буду стоять, мне интересно. А, ну вон он, я сижу в машине. По-моему, да? Как? Я просто сломал игру. Короче, ноги торчат. Странно. Так, давайте слэш, давайте тогда слэш флай. Так, слэш флай. Все, отлично, все. Так, хп. 100. Короче, ребят, дело в чем? Здесь реально полностью проект именно вот Радмировский. То есть все обновления сходятся с Радмиром, абсолютно все. То есть также есть все работы, вы можете без проблем работать. Также и на МЧС, друзья, и также на везде. Короче, везде. МЧС, также эвакуаторщики. То есть все работать как в реальной жизни. То есть как именно на самом Радмире. Также есть всякие рыбалки, всякие развлечения, то есть полностью копия Радмира, абсолютно полная, только с начальным бонусом. Реально это очень удобно, потому что, блин, ты заходишь, тебе там дают, блин, 500 рублей, и ты начинаешь полностью заново всю работу, все это дело. Да, здесь же, друзья, все куда проще, на самом деле. Ты просто берешь по спокойности души, блин, и все, и играешь, радуйся жизни, у тебя полляма на руках, плюс есть водительские права, сдавать не нужно. То есть это реально очень удобно. Обновили дорогу. Этой дороги раньше, друзья, не было. Это я помню 100%, потому что дорога была перед Кремлем. Задней дороги Кремля здесь, друзья, не было. Я играл еще где-то, может быть, ну, год назад, наверное. Здесь этой дороги не было. Совсем все по-другому. Ну, это, конечно, очень здорово. Это реально очень здорово. Вот эта дорога была, потом уходила налево туда за Кремль. То есть со мной здесь главный создатель Хасбик, друзья. Я за него ручаюсь. Пацан хороший. Он мне дал, в общем-то, он сразу, друзья, все это дело у меня оплатил. Весь обзор, то есть все без проблем. Поэтому, ребят, ну реально, хороший пацан, все объяснил, все показал, куда что установить, и все, пожалуйста, вот и все. Ок, пофиксим. Да, отлично, все пофиксит, все сделает замечательно. Также, ребят, реально, говорю как есть, вы заходите, вводите мой промокод, еще раз вы видите сейчас его на экране. Залетаете, ребята, и все будет замечательно, будем производить с вами, проходить с вами сводки, проводить, будем играть с вами, в принципе, на данном проекте, потому что реально очень интересный. Проект, когда будет открываться, сейчас давайте прям при вас уточню. Сейчас напишем. То есть, я так думаю, скорее всего, открытие будет скоро. Блин. Так, ребята, и короче, давайте так сделаем. Мы сейчас отправимся с вами. Так, слэш ТП лист. Отправимся с вами сейчас быстренько на контейнеры. Посмотрим тоже с вами контейнеры, глянем. Так, кстати, свалка. Надо глянуть свалку, это очень важно, потому что на многих проектах на свалке, друзья, все это дело очень плохо работает. Смотрите, а свалка-то все-таки есть, друзья. Здесь есть машины, смотрите, стоят они, пожалуйста. Вот. Вот такой вот автомобиль есть.
Пожалуйста, все работает, все функционирует. Блин, ну проработка, конечно, друзья, посмотрите, просто офигительная, просто реально шикарная. Аукцион за авто, друзья, давайте посмотрим вот здесь с вами. Давайте вот этот выберем. Так, нажмите Alt. Alt. Так, найдено содержимое транспорта. Ваша ставка 22 миллиона. Я поставил 28 секунд, поехали. То есть, сейчас посмотрим. А интересно, я могу глянуть через, ой, через флай какие-то машины? О, могу. Ого. Ого. Нихера себе. Ну, машины меня радуют, друзья. Машины, которые здесь стоят. AMG S63. Еще одна бэшка. То есть, друзья, посмотрите, это очень классно. Так, давайте сразу флай вырубаем. Так, где мой контейнер? Так, забираем. BMW M4, государственная стоимость 40 миллионов. Оставить себе. Давайте я ее, друзья, естественно, оставлю. Слэш. Так, слэш кар. BMW M4. Загрузить. M4. Это неплохо. 40 миллионов, друзья, у нее цена. То есть, это реально классно. То есть, в чем суть вообще, в принципе, зачем это, такие проекты делаются? Кстати, многие спрашивали, для чего такие проекты, если есть бонус. Ребят, бонус здесь небольшой. То есть, вы заходите, тот же самый Радмир, вы также работаете. Вы можете также, друзья, выиграть на аукционе машину, пожалуйста. Я буду с аукционов машину тоже разыгрывать без проблем, друзья. Также играем, также веселимся, все будет реально круто. Надеюсь, что вы реально залетите, все будет замечательно. Потому что на прошлый проект зашло хорошее количество народу. Пацаны заходили, регистрировались, играли, и все было реально круто. Так, мне бы найти выезд. Боком даю на бэхе, просто только в путь. Отлично. Поэтому, ребят, заходим. В общем, все ссылочки я оставлю в описании. Ссылку на архив я пока, давайте так, ребят, оставлять не буду, чтобы у нас открытие произойдет открытие на ролике, да? То есть я, друзья, все это дело оставляю. То есть пока я скидывать не буду. У нас с вами происходит открытие 9 мая, мы сделаем открытие данного проекта вместе на стриме. Вы скачиваете, тут же заходите, друзья, и кто заходит, первый, там, например, 10 человек зайдет, я дам по 2 миллиона на руки сразу. И вот, пожалуйста, вам чистый абсолютный Радмир, друзья, играйте, веселитесь, все будет хорошо. В общем, ладно, ребят, с вами был Некит, с вами, в общем-то, надеюсь, еще поиграем, потому что, ну, по-любому надо 100%, потому что, чтобы вы зашли, чтобы вы знали, что все дома свободны. Потому что, реально, домов очень много, дома полностью все пустые, полностью пустые дома, нет ни одного купленного дома абсолютно. Ну, может быть, Хасбик где-то купил, конечно, но... В основном, друзья, все дома здесь пустые. С вами был Некит, ставьте лайки, подписывайтесь, короче. Увидимся в следующем выпуске, если он, надеюсь, конечно, он зайдет. И всем пока-пока.